Тревожные цифры. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в республике начинает расти. За прошедшие сутки выявлено 42 новых случая. Лабораториями Минздрава Дагестана и Роспотребнадзора за день проводится порядка 4000 исследований на вирус. Экспресс-тест на ковид можно пройти в Республиканском центре медицинской профилактики. В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию, которое определяется в течение 5-8 минут, и результат выдается на руки пациентам. В связи с тем, что в целом коронавирусная инфекция приводит к возможным последствиям, осложнениям со стороны функций и систем нашего организма, в нашем подразделении, в Республиканском центре здоровья, можно провести комплексное обследование, которое включает консультации врачей-специалистов, офтальмолога, стоматолога-гигиениста, оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы, легочной системы, оценка состава тела. И в целом консультации и рекомендации врачей-специалистов Центра здоровья. Больные COVID-19 госпитализированы уже в Каспийском стационаре, Ботлихской и Лакской районных больницах. На ВКС-совещании под руководством министра здравоохранения России Михаила Мурашко отдельно была подчеркнута особая важность проведения вакцинации населения. По словам чиновника, это наиболее эффективный метод для своевременной защиты себя и своих близких от опасного вируса. Тем более, что лекарство стоимостью более 50 000 рублей доступно бесплатно во всех поликлиниках страны.